Изготовление слепков срезных камней началось еще в эпоху античности. Они изготавливались из самых разных материалов. Это могла быть глина, это могло быть стекло, это могли быть и другие материалы. К середине XVIII века, когда изготовление слепков приобрело огромный размах, главным образом слепки изготавливались из гипса и из стекловидной массы. Одним из крупнейших и знаменитых изготовителей слепков в середине XVIII века был Филипп Даниэль Липперт. Он жил в Дрездене и начал изготавливать оттиски срезных камней еще в 1734 году. Чуть позже он пришел к идее того, что слепки нужно изготавливать комплектами, и ему принадлежала идея оформлять комплекты слепков в виде фолиантов, которые выглядели как книги. Самый большой комплект представлял собой 3 огромных фолианта размерами гораздо больше, чем книги. И в каждом из таких фолиантов находилось по 19 ящичков.